собрание надо. Ну что, да, мы снова позволили себе улететь в Монте-Карло. Так называет Андрей. Но чем вам не Монте-Карло? Посмотрите, какая красота. Когда вы не волнуетесь, хорошая, спокойная. Только небольшая пометочка. Это Водниковская Монте-Карло. За что вообще мы любим наш район? Это за то, что тут, помимо классных детских площадок, я уже вам рассказывала, набережная, да, есть пляжи, где можно отдохнуть, позагорать. Этот пляж в 600 метрах от нас. Ну, как пляж? Ну, в общем, место с бассейном, с лежаками, очень комфортно, с видом на яхты. А если проехать минут 10, то тут еще два огромных клуба, где можно тоже отдохнуть, поплавать в больших бассейнах. Сложно нам было найти альтернативу нашей квартиры. Но мы взяли с видом на Кремль. Нет, там тоже набережная. Я Андрею утешаю, что там тоже обязательно построят какой-нибудь пляж.